Легкий, низкокалорийный, быстрый ужин из овощей. Лук нарезать небольшими кубиками, в глубокой сковороде разогреть растительное масло, добавить нарезанный лук, обжарить 1-2 минуты. Очищенную морковь нарезать произвольными кусочками, добавить к луку, обжарить пару минут. Картофель нарезать небольшими кусочками, добавить к остальным ингредиентам, тушить 15-20 минут. Добавить кабачки, нарезанные кубиками, готовить 2 минуты. Добавить стручковую фасоль, перемешать. Следом добавить сладкий нарезанный перец, перемешать. Добавить брокколи, тушить 10-15 минут. Подсолить по вкусу, поперчить, добавить приправу для картофеля, тушить 2-3 минуты.